Нет, о чем она говорит? Это частный завод. Их интересы не вкладываться. Их интересы. Вот смотри. Почему ты так говоришь? Возле меня раньше был Каустик, бассейн спонсировался заводом. Потом общежитие, заводы, лагеря. Все это раньше завод поддерживал. А сейчас почему не поддерживают? А потому что он частный. Судовик, в конце концов. А он акционерный стал. Это не их интересы. Я выписку из налога скачиваю, смотрю, что это частный завод. У тебя какая специальность? Вот зачем мне важно? Мы сейчас сверху смотрим. Не надо там мужское управление. Не надо там изъяснять. Ну, придумай, наври, скажи. Ну, юрист я давай. Юрист. Ты в медицине что-нибудь понимаешь? А зачем мне сейчас медицина? А вот зачем сода, которая производит соду, должна... Я сейчас о другом. Я говорю сейчас... Пусть скажет, вот он сейчас про медицину. Почему сода, специалисты, химики, должны заниматься спортом, медициной? Почему? Они не понимают в этом. Они могут навредить детям, пионерским лагерям. Вопрос не говорит, что они должны заниматься. Они должны финансировать эти объекты. Раньше завод финансировал все эти социальные Ну не финансируют. Ну как, ДК уже отдали... Ну выручим сейчас там. Выручим. Когда ты говоришь, не финансируют, значит, ты говоришь, что мы не платим налоги. Нет, сейчас кроме налогов. Производство, а наследственность кому-то принадлежит. Я сейчас говорю об бюджете и рабочий класс. Не. Вот смотри. Вот ты, допустим, диалог не вести. Полезно, потому что вот рассуждаешь, вот к сожалению. Почему к сожалению? Я смотрю частные и государственные. Народный, я имею в виду. Путаешь период. Я не путаю, я имею в виду, что на Кипр деньги уходят и никуда не вкладываются. Вот я ничего не путаю. Они здесь не живут, вам зарплату платят просто по 20-30 тысяч, вы работаете, и все. Я смотри. Да нет, вы же один из руководителей БСК, я так понимаю. Смотри. Я вот думаю о своих детях, которые здесь будут жить. Правильно. Я не собираюсь оттуда уезжать туда. Я тебе скажу про экологию, чем мы сделаем. Оно и так вот сливается, вот здесь вот стоят очистные, которые закрывали. Раньше проехать нельзя было, оно все в белую херачило. А сейчас что будет, еще хуже будет. Вот ты, честно говоря, сколько лет тебе? Сколько, 40 лет? 80 лет. В 60-м я родился, в чем я родился? Ну давай 90. Ну вот видишь, вас нет. Я сжег те времена. Раньше стрелитамык нельзя было корочку открыть. Я нашел, сжег. Это нельзя было. Так а сейчас заводы не работают. Раньше они хуярили, елки-палки. А даже раньше от этого, знаешь, от мяса комбината не мог дышать. А ты хочешь, скажу. Я тебе скажу, что сода сделали в 19-м году больше выработки, чем за все последние 30 лет. Но это не значит, что оборудование у нее работает на самых последних мощностях. Народ от этого что? Чтобы налоги платить, чтобы на эти налоги работали бассейны, медицинские. Что работает? Мы работаем частные. Кого? Чего мне тирать? Население же участвует. Вы сократили много на работу. Оставили которые? 350 официально. Не все. 350 тысяч. А сколько человек работает? 4% от населения Стрекомаха. 8 тысяч. А налогов сколько? Нет, а вы говорите? Что? Вы за народ, да? Говорите, что же народ, хорошо. Да. Это вот ты о чем говоришь, значит, давай содержать то, другое. Во-первых, я тебе ответил, должны специалисты своим делом заниматься, сапожник должен чинить сапоги, как это говорят. А вот, чтобы содержать правильно, мы должны все, вот ты со своей зарплаты должен платить налоги, я со своей зарплаты. Предприятия все должны налоги платить. А вот эти налоги должны распределяться нашими депутатами. Вы неправильно рассуждаете. Правильно. Ресурсы добывались вот, когда народные. Налоги, депутаты, налоги к сожалению, не народные. Налоги должны распределяться на то, что важнее. Надо нам бассейн? Давай бассейн построим. Надо нам лагеря? Давай лагеря построим. Вы платные строите. Надо нам парк построить? Давайте решим. Это из налогов идет. И предприятия платят налоги. Я сейчас по-другому объясняю. Частный завод, его надо умолять, упрашивать. А когда он государство, не надо умолять. А сейчас надо идти на колени, построить нам завод, садик там, не важно. Я вот сейчас просто скажу, а его не могут отремонтировать, сделать нормально, на нем ебашу, закрыли его. Когда его будут? А почему? Ну вот только, а кто там его весь распирачил? Да никуда, я просто говорю, это не вопрос, факт. Вы же едете, ваши машины есть, вы же его раздолбали. Не мы. Сейчас знак повесили, все вокруг должны ездить. Я, допустим, вот просто работаю на крутом. Если приехал бы ваш основной директор, мы бы задали вопрос ему. Ну ты что?
Вагонетками возим. Да какие вагонетками? Такие. Дорога номер один, дорога номер три. Дорога номер два, три. Шахман 2, 1, 3. А кто возится, знаешь? Да, я не знаю, мне вообще как-то... Твои же ребята, которые щебенку сыпят дороги, строят частные. Да. Мы... Только щебенки вывезли, у меня дороги, где дороги? Дорог нет. А вы нам дороги говорите. Вот. Дороги сейчас начали уже. А войска по мосту... Я от него ничего, я от него ничего не возят. Мужики, вот вы... Соду, ложку положу, блядь, там, блядь. Чтоб... А почему вы худолазки месторождения не хотите использовать? Вот, вот, да. Человек. Давай, какой-то. Давай. Худолазское месторождение. Вот, да, есть, да? Где оно? Худолазское месторождение какое-то? Было в свое время комиссия создана в правительстве, где решили, обсуждали, как быть. Создали комиссию. Вот давай дальше. Было решение комиссии правительства испытать. Это сейчас маленько успокоится? Худолаз, вот смотри, значит, был такой вопрос. Давайте худолаз. Ну давайте. Была создана комиссия, которая состав был ученые независимые, республики, институты отраслевые. И было решено, давайте испытания проведем. Был закуплен известняк, целый состав этого известняка. И провели испытания. Испытания неудачные. Есть акт, подтвержденный подписями всех членов комиссии, не Содовских. Я согласен. Всех. Но Кушта уже тоже не... Подожди. Давай договорю. Есть это акт, решение, что оно не подходит. Все. Ну, Бортова говорила, что Куштау тоже не подходит. Ну, тоже не подходит. Мы действительно хотели за ту сторону, да? Ее отбили у вас. Я на это вам скажу, и о чем говорили все другие. Предвзятое отношение. Уходи тоже. Ты нормальный мужик какой-то. Чтоб правду знать. А тут говорят, Куштау, там, вернее, Кузалас надо испытывать там. Здесь же плохое месторождение. Плохое, плохое. А куда деваться? Сравняем. А куда деваться? Мы сравняем, но оно плохое. Больше выброс, выброс же будет еще больше, еще хуже будет. Я ребятам говорил, в центре Европы, Германия, Франция. Да мы не будем, зачем мы к ним приравниваемся? Так они тратят на очистные сооружения. Мы говорим, давайте самое... Нет, мы давайте говорим лучшее. Нет, мы говорим, давайте самое лучшее в мире возьмем здесь. Вот мы берем Европу. Лучше? Давайте возьмем. Вот они работают так. Разрабатывают известняк такой же. Берут рассол. Где у них известняк? Там? На фотографии могу тебе найти. Горы? Да. Это единственные в мире. В Швейцарии сегодня нет сюда.